Sofia Motors, Яхтастоп, Subaru Mania, Proudly Present. Subaru VRX, без шильдика STI. Машина тоже турбовая. Ну, только турбина настроена немножко на другие обороты, подхват идет прямо с самого низа. В остальном, конечно, нет такого фарша, как тахометр с отсечкой, шестиступенчатой коробки, но и пятиступенчатой хватает вполне. Кстати, разгон до сотни здесь 5,6 секунды. Тоже 2,5-литровый двигатель, но чуть-чуть более ограниченный, зато и цена другая. И за 40 тысяч долларов у вас появляется автомобиль, который вас удивит, а также соседей по потоку. Автомобиль спортивный по духу и по сути. Subaru Impreza VRX. Ну и, как всегда, от спортивного автомобиля ожидаешь того, что сейчас будем складывать зубы на полку. Ну вот, попробуем проехать по обочине. С небольшой скоростью. Он даже камера не трясется. Подвеска, как ни странно, очень комфортная. Хотя и достаточно такая сбитая, упругая, жесткая. Как еще сказать, я даже не знаю. То, что под педалью здесь. И сцепление аж само ногу выталкивает, чтобы ты быстрее на газ нажимал. Так, я вот тоже постараюсь Алексея не заморозить. Хотя так и просит машина поддать газку. И хоть здесь большого антикрыла-то и нет, зато есть маленькая и очень симпатичная. Про люк Алексей уже сказал, а вот в RX STI такого не бывает. Там все на аэродинамику, а здесь еще и на комфорт. Кстати, вот сев за руль, я сразу устроился вполне прилично. Мне очень удобно. Но сиденьки, тем не менее, спортивные, с очень хорошей жесткой боковой поддержкой. И то есть в переставке вас никуда не кидает. Плюс материал на сиденьях. Попа не елозит. Ну и хотя комплектация скромнее, как сказал Алексей, но я бы так не сказал, потому что CD-чейнджер, магнитофончик, климат-контроль и так далее и тому подобное. О безопасности не забыли. В автомобиле под созвездием Плеяды. Хотя, казалось бы, зачем в спортивном автомобиле нужны подушки безопасности? Нужны, поверьте мне. И тут даже, может быть, и не от владельца, и не от водителя зависит. Вокруг него тоже очень много народу, и среди этого народу попадаются нехорошие личности. А внешний вид, кстати, немногим отличается от Subaru VRX STI. И тот же самый горбик воздухозаборника. И цвет такой, настраивающий на делово-спортивный лад. Я несколько уставший, потому что только что, не далее как час назад, приехал с горнолыжной трассы, где занимался спортом, горнолыжным спортом. Ну и вернемся к официальному представителю фирмы Subaru в городе Магнитогорске, Tokyo Motors. Мы находимся даже не в шоу-руме, а в шоу-стадионе, который посвящен спорту. Есть автомобильный спорт, есть водный спорт, ну, есть еще какой-то экстремальный спорт. Давайте поговорим о Subaru Impreza VRX. В чем разница между этими двумя автомобилями? Сразу не поймешь. Также и внутри тоже сразу не поймешь. Внимательно приглядевшись, здесь стоят фирменные субаровские диски, правда, покрашенные в серебро, ну, здесь в золото. И сзади на более мощном агрегате спойлер, большой такой, здесь пока нету, но тоже можно поставить. И для кого эти автомобили? Вот этот автомобиль для людей, которые
мягко говоря, свистят по автомобильному спорту, предпочитают уходить в точку. А этот автомобиль с не менее спортивным характером, чуть менее мощный, но позволяет в городском потоке оставить практически всех. Мы уже рассказывали вам о прозрачном сервисе в Tokyo Motors. Так вот, что это такое. Вы из салона можете наблюдать за тем, как обслуживают вашу машину. На настоящем сервисе, который включает в себя электронный развал схождения, замену масла, экспресс, ну и все остальное. И, превратившись в настоящих сервисменов Subaru, посмотрим, сколько же стоит фирменное ТО. В среднем, на такой дорогой, казалось бы, автомобиль, ТО стоит 3000 рублей. И самое дорогое с заменой ремня ГРМ 5600. Как вам? Да простят мне мою некоторую надменность и превосходство, господа, которые, мягко говоря, не верят в преимущества марки Subaru и болезненно относятся к высокой способности этого автомобиля быстро находить своего хозяина. Вот это пустое место, кстати, яркое доказательство тому. Ну и, как бы вам, господа, не хотелось, а автомобили звездной марки продаются и обслуживаются у официального дилера в городе Магнитогорске. Вот чего точно нету ни в одном автосалоне города. Это такого рест-рума, как в салоне Subaru. Что тут делают ребята по вторникам и пятницам? Правильно, смотрят вашу любимую передачу «Автостоп». Ну, вообще-то это клуб Subaru. Ну, и нам здесь очень понравилось кушать. Готовят недорого и со вкусом для клиентов Subaru. Фу. Ну что, приятного аппетита. Ум отъешь. Ну, а для тех, кто есть не хочет, есть вот такой вот набор журналов. Их можно посмотреть, почитать, ну и пообщаться с соседом. И пропуском в мир Tokyo Motors является обладание автомобилем Subaru.